Почти 42 тысячи семей республики воспользовались своим правом на получение материнского капитала. Эта программа действует в России и нашей республике уже в течение 10 лет и продлена на следующий год. Размер маткапитала сегодня составляет 453 026 рублей. Эта сумма выросла почти вдвое с момента начала действия программы. Однако вот уже второй год подряд в связи с непростой экономической ситуацией маткапитал не индексируется. В МРИЭЛ 95 семей, которые воспользовались средствами маткапитала, направили его на улучшение жилищных условий. Между тем, с прошлого года использовать средства маткапитала стало возможно еще на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов. Для того, чтобы распорядиться средствами материнского семейного капитала на социальную адаптацию детей-инвалидов, необходимо данный товар приобрести, обратиться в органы социальной защиты для составления акта, то, что этот товар приобретен, после чего обратиться в пенсионный фонд, предоставив документы, подтверждающие, что товар куплен, и акт социальной защиты, то, что акт находится у данной семьи. Важно, что на эти цели можно направить материнский сертификат сразу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. При этом товары и услуги должны соответствовать индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. Полный перечень таких товаров и услуг утвержден правительством России. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте ПФР.